Сегодня базовый комплект первоклассника обойдется родителям примерно в 6 тысяч рублей, разумеется, не считая кружков, увлечений и репетиторов. А средняя заработная плата в Рязани не выше 15 тысяч. Прибавим коммунальные платежи, покупки и пропитание, и что же остается на ребенка, а если семья еще и не полная? Неблагодарная задача у сотрудников управления службы судебных приставов изо дня в день напоминать нерадивым взрослым, что однажды они по своей, между прочим, воле стали родителями. А значит, наложили на себя определенные обязательства, если уж не по воспитанию, то как минимум по содержанию малолетних чад. Рейдовые мероприятия в преддверии Дня знаний традиционно проходят в рамках месячника о взыскании алиментных платежей. В настоящее время активизированы работы по проверке имущественного положения должников, активизированы работы по взысканию алиментов, повторяюсь, к 1 сентября, чтобы помочь детям устроиться, пойти в школу собранными. Вот, поэтому за последние 2 недели у нас осуществлено более 40 выходов на участок с проверкой имущественного положения. Вручено около 30 предупреждений об уголовной ответственности, 20 направлений в центр занятости. Вот 5 уже должников трудоустроились. То есть мы помогли им трудоустроиться направлением центра занятости их. Взыскано уже за эти 2 недели более 100 тысяч задолженности по алиментам. Товарищ Ромашкин? Да. Федеральная служба судебных приставов, Московский районный отдел. Дверь откройте. Только у данного гражданина скопилась задолженность более 100 тысяч рублей, и это всего за 2,5 года. Он работает, но неофициально, а потому и алиментные начисления обязан выплачивать по среднероссийской заработной плате. Сумма получается немаленькая. Но доказывать в суде, что именно он когда-то покупал дорогую технику в семью, должник не спешит. Уже год гостит у собственной мамы, которая и тратит нервы на выяснение непростых отношений. Все куплено на мои деньги, на мой кредит. Все квитанции у меня целы. Он год назад пришел сюда с голым носками и с трусами. Все, что он купил, все осталось у него в квартире. Имущество, деньги, тряпки и редко кто вспоминает о самих детях. Не хочешь относить деньги бывшей – сам купи сыну или дочери спортивную форму или пианолу. Гораздо важнее оставаться человеком в глазах собственного ребенка.